Когда умерла тетя Мари, я не просто потерял тетю, я потерял наставницу. Она была математиком, сломавшим преграды. Стала одной из немногих женщин, что работали в программе «Аполлон». В детстве тетю Мари называли занудой математичкой и говном. Я ошибся. Ее называли занудой математичкой и гиком. Она с детства знала, что такое быть отверженной обществом. В моей семье все любят математику. Числа, теории, проценты, уравнения, сантиметры. У Сэмми 19 сантиметров. Сэм. Сэмми написал это на моей карточке. Спасибо, Сэмми. Она сказала бы, что жизнь — это ИНСН. Смесь изменчивого, неопределенного, сложного и неоднозначного. Она не хотела жить в таком мире. И я тоже. Тетя Мари умерла и оставила мне деньги. После одного чихания следуют и другие, так что... Бинго. Простите за бессвязный разговор. Это моя первая речь на похоронах. Надеюсь, что следующая будет лучше. Извини, дядя Тед, я не хотел смотреть на тебя. Это ИНСН. ИНСН. Дерьмо. Черт. Спасибо. Можете похлопать.